Дальше говорит Салисан, третье. Ахлю суннати валь джамаа васатун фи бабе ваидилля. Также ахлю сунна валь джамаа, братья, посередине вопросов чего? Угроза Аллаха субханаху тааля. Валь ваиду тахвиф ват тахди. То есть угроза имеется в виду что? То есть когда Аллах субханаху тааля угрожает чем-то, то есть огнем там, или же каким-то наказанием и так далее и тому подобное. Валь мураду гуна нусус аллати туаиду аллати фиха, точнее, тавадун лиль усати биль азаби ван накаль. То есть здесь под, мы знаем то, что я вам об этом раньше говорил, Аллаху алям, то, что тексты шариата делятся на два. С точки зрения, то есть угроза обещания делится на угрожающие тексты и тексты, в которых обещание Аллаха субхана тааля. Что такое угрожающие, что такое обещающие тексты? То есть тексты, в которых обещание, это что такое? Инна лиль муттакина мафаза, поистине, то есть, нет, инна лиль муттакина мафаза, Аллах субхана тааля говорит, поистине, богобоязненным будет великая награда, или же великая победа будет у них, рай и так далее, это обещание Аллаха субхана тааля. Также у Аллаха субхана тааля есть угрожающие тексты, то, что инна ль фуджара ля фи джахим, например, поистине, преступники или же злотворящие будут в огне, и так далее, и тому подобное. Это все угрозы, тамам. То есть, и в вопросах обещаний и угрозы Аллаха субхана тааля, также некоторые заблудились. Аллаху алим, если об этом шейх не упомянет, иншаллах тааля поподробнее об этом еще скажем, чтобы не опережать шейха. Хорошо. Говорит, байн аль-мурджиати валь-ваидия мин аль-кадари ва гайрихим. То есть они между мурджиитами, ваидитами и кадаритами и другим. Дальше сейчас скажем, кто это такие все. То есть ваидия это, братья, примерно то есть одна из тех самых ответвлений кадарита. Мурджиа нисбатан или аль-ирджаи ва хуа ат-таахир. То есть почему мурджииты называются мурджиитами? Ирджа. Что такое ирджа? Ирджа, братья, в арабском языке таахир. Арджих ва аха. Калю арджих ва ахаху, как Аллах в Коране говорит. То есть ирджа это отдалять что-то или же как-то откладывать что-то. Поэтому они что делают? Сумму бидалика лианум аххару аль-а'мали ан мусамма аль-иман. Почему их так назвали? Потому что они убрали деяния из веры. То есть они говорят то, что деяние на твою веру никак не влияет. Как много вы наверняка слышали взрослых людей, которые говорят, главное то, что вот здесь. Главное то, что вот здесь. Что мы им скажем? Что если бы было бы вот здесь, было бы и снаружи. На твою веру. Да. Оно всегда так, братья. Даже вопрос о дуне, то, что у тебя в сердце, оно всегда бывает. То есть если человек, братья, одет как в кожаные вещи там и так далее, у него, братья, здесь там железные шипы и так далее, и так далее, и тому подобное, это либо какой-то, то есть либо ты знаешь, что у него где-то будет сейчас мотоцикл какой-то стоять, либо же он какие-то там тяжелые музыки и так далее, песни слушает и так далее, и тому подобное. Если же у человека там челка на пол лица, он там полурозовые, получерные вещи ходит и так далее, ты увидишь то, что его вены все исцарапаны и так далее, и кончина его будет то, что он там с какого-то этажа упадет и так далее, и тому подобное. То есть имеется то, что у тебя в сердце из убеждений, оно становится у тебя, то есть на твоем теле и так далее, и тому подобное. Так же? А, то есть, какое, что бы оно ни было. Как сказали мурджииты, коротко как? Отдаляющий? Нет, я говорю, ирджа в арабском языке означает тахир. То есть, да, это те, кто... Нет, это пока еще не было определения. Имеется в виду, почему их назвали то есть, вот этим именем? Потому что они отдаляют деяния от имана. То есть, они как бы... Вот иман у нас, круг имана. В нем у нас что? Дело, слово, убеждение. Они взяли это дело и вот так отдалили из этого круга, вытащили из этого круга. Говорят, что в этот круг заходят только дела, точнее, только слова и убеждения. Некоторые сказали, что просто слов хватает, некоторые сказали, что просто убеждений хватает. Это вообще заблудшие мурджииты. Тамам. Другие сказали, что слова, слова и убеждения должны быть, но деяния туда не входят. Тамам. Мы говорим, что если у тебя есть слова и убеждения, по-любому будут и деяния. Тамам. Хайфу заму анна муртакиба аль-кабира гайра фасик, гайру фасик должно быть. У вас гайра фасик, гайру фасик должно быть, потому что это будет хабар анна. Тамам. То есть, потому что они заявляют, что тот, кто совершает большие грехи, он не фасик, не нечестивец он. Вакалю ля ядурру ма алимани дзанб, у них, смотрите, помните, мы говорили с вами на уроках, то, что, братья, не ждите, что тебе заблудший какой-то нововведенец будет приводить тексты из Торы, или же там Конституции, или же какие-то там поговорки тебе будут приводить. Они, братья, все приводят шариатские правила. Либо выдумывают их, либо приводят, красиво говорят. Никто из вас из них не говорит, точнее, то, что мы заблудшие, и мы заблудшие из такой-то секты. Никто из вас из них не скажет. Они говорят, Куран, Сунна, мы на истине, вы все ваххабисты, вы там еще какие-то исты и так далее и тому подобное. Тамам. Что они говорят? Они говорят, «Ля ядурру ма алимани дзанб, кама ля янфау ма аль-куфри таа». То есть, подобно тому, как если ты будешь кафиром, не уверуешь в Аллах, субхан тааля, молись ты, в хадж поедь, тебе это поможет? Поможет?
Не поможет. Почему? Потому что ты не сказал «Ля иляха илляллах», не уверовал в Аллаха, субхану тааля, единого Господа и так далее, не последовал за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи. Подобно этому они говорят, что после того, как ты уверовал, не навредит тебе и грех. То есть, почему, если во время куфра мне подчинение или же поклонение не поможет, а когда я, субхану, уверовал, мне это, то есть, что-то будет от этого? Нет. Значит, если я кафир, и я, то есть, я делаю дела, мне это не помогает, когда я мумин, если я не делаю дела, мне также это не навредит. Красиво сказали, так же? Красиво? Есть этому подоплека? Субхану, батль, братья, слова самые ложные, какие только могут быть. Кому какое дело, принял ты ислам или не принял, ты его принял для себя. После того, как ты принял, твои деяния будут приняты. Не принял, не будут приняты. От твоего ислама смысла нет, если ты деяния не делаешь. Какой это ислам тогда? Почему ты себя, в принципе, описываешь исламом? Так же? Тамам. И они говорят то, что человек, который совершает большие грехи, у него полноценная вера и никакой угрозы его, то есть, не ждет. То есть, дальше у него будет только лучше. То есть, его ждет рай. Пьет, зина совершает, добра, джазакалла хайран, ты в раю, иншалла та. Тамам? Даже иншалла та ли не скажет. Фахум тасахалю фил хукми аль аси ва афрату фит тасахуль. И они, братья, чрезмерствуют в своем легком отношении к человеку, который совершает какие-то грехи. Хатта заму анна ль-маасия ля тункисуль иман. То, что даже они говорят, то, что сколько бы ты ни грешил, твой иман меньше не станет. Ва ля йухкаму аля муртаки биль кабира биль фиск. И они говорят, что человек, совершающий большие грехи, про него не говорят, что он нечестивец, не описывают его нечестием. Потому что пророк, они тебе скажут, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, ат-такву ахуна, то есть боговая ясность, она здесь, и так далее, и тому подобное. У них, брат, есть шариатские тексты? Хорошо, брат, любую, я с тобой не спорю, брат, джазакаллаху хайран, я смотрю на все тексты, брат. Ну, брат, сегодняшний заблудший, любого, ихвановец, брат, не принимает тексты, брат, подчинения правителю. Принимает или толкует их как-то, или не принимает, просто говорит, уже я не знаю. Брат, оно любой заблудший. Даже если кто-то из вас, пусть Аллах Субхану Тааля всех нас убережет от заблуждений, например, когда-то придерживался каких-то других убеждений и так далее и тому подобное, валлахи, брат, когда ему приводили доводы, которые противоречат его убеждениям, ненавидел эти доводы. И это, братья, из отличительных черт заблудших. Когда они умеют какое-то заблуждение, и ты им приводишь указания на их заблуждение, они ненавидят эти тексты. Тамам? Поэтому человек, который, он мусульманин с рождения, но он не молится, например. И когда видит, что люди молятся, у него в сердце не любовь к этим людям. Почему? Потому что он не молится, понимаешь? Каждый воришка хочет, чтобы все воровали. Каждая прелюбодейка хочет, чтобы все были прелюбодейками. Тама? И то же самое эти люди. Они заблудились, и ты им, брат, 1000 текстов приводи, они, брат, не принимают это. Кроме тех, кого помилостивил Аллах Субханаху ва Тааля. Я тебе более того скажу, брат. Ашариты, в принципе, мурджииты, брат, в вопросах имана. И джабриты еще, брат. Они, смотрите, мы же сказали, мы сказали на прошлых уроках то, что, брат, все заблуждения возвращаются к четырем, так же? И поэтому я вам сказал то, что не надо ждать, что, например, хариджит, например, это только тот, кто выходит против правителя. Нет, брат, у него целый букет. Хариджиты, брат, есть ибадыты. Они, брат, у них в именах и атрибутах конкретные проблемы. Есть, брат, у нас, например, ашариты тоже делятся, брат. Есть у них одни, есть у них другие, там, и так далее, и тому подобное. Шииты, брат, делятся на разные. Они, брат, они все эти, если так можно выразиться нашим языком, как говорится, они, брат, миксуют вот эти заблуждения. Не будет такого, что он просто в одном чем-то заблудился. Если бы он только в одном чем-то заблудился, называется ошибка. И мы, брат, прощаем такого человека, объясняем ему, доносим и так далее. Если он уже умер, брат, просим за него милость Аллаха, субхану тааля, и так далее, и тому подобное. Что касается этих людей, брат, они, брат, у них, субхану, целый букет бывает. Всегда бывает. Потому что невозможно что-то где-то, чтобы у тебя в твоем механизме, слаженном механизме, одну шестеренку вытащил, и чтобы все остальные шестеренки работали один. То есть правильно, не будет такого. Где-то по-любому еще будет сбой. Где-то будет сбой, ошибка и так далее. Это как с компьютерной программой трудно будет. Но, например, если у тебя в компьютерной программе не хватает какой-то там где-то единички или нолика, у тебя все, брат, остальные единички и нолика будут тоже плясать, понимаешь? А ну, брат, у них то же самое, брат. Аллаху мустаан. А вот они... Входят. Они мусульмане, ничего, это толкуют просто. Просто джахмиты, брат, вообще, субхану, это, брат, Аллаху мустаан. Это, брат, страшный заблудший, Аллаху мустаан.
Брат, а вот на одном из уроков вы говорили, что кто-то тоже вас называл муджиитом. Они на что опираются? Почему они вас называли муджиитом? А в чем проблема? Потому что я такфир, не брат, не его ношу людям. Мусульманин. Ты мусульманин, ты грешник. Ты один человек мне, брат, сказал. Убить тебя может. Жену забрать твою. Это твою, был, брат. Если лишь бы обозвать, да, только... Ему имущество. Имущество. Я знаю, я подчинял твою всю. Они всех так называют муджиитами, да? И алмазы тоже. Не, они для них, брат, для них, брат, мы все муржииты, брат. Вообще в этом никакого этого самого нет. А для, брат, для муржиитов мы, брат, хариджиты, брат. Или же экстремисты они нас называют. Почему? Потому что чересчур поклон. Брат, это субханна, брат, сколько этих обзывательств, оскорблений, мадхалиты, халябиты и так далее, брат, что только они говорят. А нам, альхамдуля, брат, нам дела нету, то, что они говорят, и так далее. Наша, брат, наша забота, субханна, это, брат, доносить до людей истину. Что там про нас говорят? Что именно? А если ты их не будешь знать, как ты будешь обезопасен от них? Так же, как и не знаешь ширк, что такое. А вот они какими знают муржиита? Вот, например, есть видео, да? Для них, брат, муржиит это тот, кто не выносит такфир. Поэтому один из таких. Нет, кто? Брат, вот, например, шарит, есть у них этот шейх, да, вот главный здесь, который сидит в мечети и урок всем дает и говорит. Иман – это слова и убеждения, дела не входят в иман. То есть вот так открыто говорят. А для них они кого мурджиитом вообще считают? Вот это надо у них спросить, брат. Зачем ты у меня спрашиваешь? Я откуда знаю, кого они считают, брат? Я, брат, знаю, что... Чё, мурджиит не хочешь? Не, поэтому, брат, это знаешь, как, брат, даже ученые, брат, большие, я сейчас тебе не вспомню, кто именно из имамов, шейх Валид постоянно это говорил. Когда мы его спрашивали, шейх, а вот они заблудшие, вот это заблуждение откуда берут? Он говорит, брат, я, говорит, суннит, альхамдуля. Говорит, откуда я знаю, откуда они берут? Говорит, у меня, говорит, нет никаких проблем. Говорит, у меня не спрашивают. То же самое, брат, я не знаю, что они говорят. И мне дела нету, брат. Что они там, про кого они говорят и так далее и тому подобное. Мы знаем, брат, описание их, брат. Это вот их описание. А что они там про кого говорят, какие у них отмазки, брат? Да кому какое дело, смам? Брат, видишь, они назвались Масхаб Абу Ханифа. А у Абу Ханифа было мнение, что вот дела не входят. И у них отсюда пошло. Даже не совсем. Только не совсем так сказали. Абу Ханифа не так сказал. Ибн Абиль-Азиз также приводит. Они не сказали, что дела не входят в иман. Потому что если бы они сказали, что дела не входят в иман, они вышли из сунны. Они сказали, что деяния – это условие полноценности имана. Это да, это как бы деяния нужны, но от того, что у тебя там их мало и так далее. То есть если у тебя есть деяния, значит у тебя иман полноценный. Нет деяний, иман есть, но он накос и так далее, эти люди за Ахлюссунна. Они просто ошиблись в этом вопросе. Высказывания они ошиблись, да, получается? Словесно. Да, грубо. Нет, они как бы, у них и в убеждениях тоже оно, хадис отголосок есть. Знаю, да, отголосок хадис, какой именно? Ну, то, что про дела. Про дела много хадиса? До них не дошли, они хадисов не было. Нет, они до них дошли, они, брат, истолковали их таким образом. И у них там, брат, ошибка, ну не сказать, что прям... То есть, это ошибка, это неправильно. Ну, брат, этот шарт камаль, не шарт камаль, это мурджия фукаха. И субхана удивительно, что тот, кто вот этот мурджия фукаха, в принципе, разъяснил этот вопрос, это шейх аль-Альбани. И его, субхана, начали называть мурджиитом, Аллаху акбар. Тот, кто разъяснил этот вопрос мурджиитов, субхана Аллах, его назвали в итоге мурджиитом, Аллаху мустан, потому что он где-то там неправильно там или как-то выразился и так далее, там какие-то слова у него нашли и так далее и тому подобное. Оставив, субхана, 1000 его слов, взяли за какое-то слово, Аллаху мустан. Тамам, иншаллах, продолжим. Хорошо. Амма аль-ваидия. Кто такие ваидит? Ваидия. Фахум аль-лазина калю би инфазил ваиди аля аль-аси ва шаддаду фи залик. Они сказали, что угроза, если есть угроза, то по-любому должна коснуться того, кому предоставлена эта угроза, кому, то есть она была обещана. Тамам. Хатта калю инна муртакиба аль-кабира иза мата ва лям ятуб фахуа мухалладун фи ан-нар. Более того, они что сказали? Что тот, кто совершил большой грех и умер на этом, не покаявшись, то он по-любому будет навечно в огне, сказали. Субханаллах. وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. И они говорят то, что в этом, то есть на этом свете, дунья, они также выходят из веры. Либо же они подобно муатазилитам сказали, что он вышел из веры, но не зашел в куфр, в дороге, можно сказать, Аллаху мустаан. Тамам. Или же как хариджиты явно сказали, что он кафир, все, вышел из религии. Тамам. Аллаху мустаан. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين. Опять же, أهل السنة, братья посередине. فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض لوعيد للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق. То есть говорим мы, что Ахлюссунна,
то, что тот, кто совершает большой грех, он грешник. И ему, субханаллах, предоставлена угроза Аллаха, субханаллах. Аллах не спасал ему угрозу. То есть ты в страшном положении. Тамам. Уанахасуль иман. И у него, то есть, неполноценная вера. И его мы называем кем? Нечестивцем такого человека. Не как говорят мурджииты, ля каматакуль мурджии, инна укамилю иману гайр муарадан лил ваид. То, что у него полноценная вера и никакого, то есть никакой угрозы ему нету. Валякиннаху ля яхруджу миналь иман, ва ля юхалладу финнари ин дахалаха. Но мы говорим, что? Что он не выходит из понятия веры, то есть он остается мусульманином, и не будет он навечно в огне, если даже зайдет в этот огонь. Почему? Потому что у него был таухид, единобожие. Он под повелением или же желанием Аллаха Субханаху ва Тааля. Инша афаан ва инша аззабаху бикадри маасиятихи сумма яхруджу минан нари ва йадхулу аль-джанна. То есть если Аллах Субханаху ва Тааля пожелает, в принципе, простит его по своей мудрости, по своей милости. Если же пожелает, то по мудрости своей он зайдет в огонь. Под мудростью Аллаха Субханаху ва Тааля зайдет этот человек в огонь и будет гореть там до тех пор, пока не очистится от своих грехов. А затем зайдет в рай. Лякама такулу аль-ваидия бихуруджи мин аль-имани ва тахлиди финнар. Не как говорят вот эти ваидиты. Ваидиты — это общее название. Мутазилиты, хариджиты и так далее. Все те, кто в этом вопросе заблудились, заходят в эти группировки. То есть угрожающие, можно перевести на русский. То есть они что сказали, что он выходит из веры и все, и будет навечно в огне. Да, они говорят так. Фальмурджиату ахаду бинусус аль-ваид ва аль-ваиди ахаду бинусус аль-ваид. Ва'ад, точнее. Фальмурджиату ахаду бинусус аль-ва'ад, валь-ва'иди ахаду бинусус аль-ва'ид. Мурджииты, они берут себе вот эти обещающие тексты. Что касается угрожающих, они берут какие тексты? Угрожающие. Тамам. Ва ахли сунна аль-джама'а джама'а бейнахума. Что касается ахли сунна аль-джама'а, они объединяют между этими.